какую игру сегодня открываем? Монополию. Кто тебе подарил монополию? Бабушка. Привезла. 8 плюс. О, так это как раз для тебя, Галя. Тебе как раз 8. Вот. Разберешься с монополией и мне расскажешь. Да. Точно такая же, как у вас в школе или другая? Точно такая же. Да, прям вообще да, один в один. Вот так денег. Так, а нет, это меньше. А это что такое? Это я не знаю, это домики раскладываешь. Тут машинки две. Да, вот тут несколько машинок. Ясно, и это, да, табличка. В каком тут она языке? На русском. Вот читаешь все, правила. И все, и вперед. Нам рассказываешь, и вечером садимся играть. Всем приветик. Вышли мы погулять. Показывая маме район. Первое посещение нашего городка. Ну, в общем, она только-только приехала. И мы идем гуляем, показывая ближайшие магазины. Ну, чтобы не ходить, да, постоянно уже за одним разом покажу школу-садик, магазины, все-все. Я так довольна, что мама уже рядом. Поедем в центр. Так, сегодня мы гуляем. Хорошая погода, солнышко. Наш райончик. Так, ты себе выбрала? Да. Ты научился шнурки завязывать? Шнурки ты еще раз потом покажешь. Да, решили первые кроссовки. У тебя 8 лет, мы купили первые кроссовки со шнурками. Ты понимаешь? Угу. Первые. Так, ладно, давай. Вот эти что, нам не подходят? Нет, эти не эти подходят. Большие. Эти, да, вот, эти просто большие. Обратите внимание на цену. 70 крон. Эти, ну, это типа такие мокасинчики. Это не кроссовки, так мокасинчики. 60 крон. Так, вот эти не потерять, эти мы берем. Все, обувай свою обувь. Вот эту свою. Входим в своей обуви. Так, это мы оставляем, это мы не берем. А Вадику? Что Вадик? Даже чуть-чуть большие. Большие, да? Ну, смотри, нет. Палец. Ногу, палец вверх. Встань. На ножку наступи. На ножку. Нормально встань, пожалуйста. Ступни. Вот. Ну. Палец вверх, вот. Так они большие, Вадик, на тебя или нормальные? Пускай палец. Как ты? Вот этих вот, эти меньше, да? Палец меньше. Так что не берем? Убери. Взять? Да. Или прям сильно неудобно? Где твой пальчик? Нет, нет, это самый маленький. Взять? Ну, давай возьмем. Носочки. Здесь у нас 5 пар. 60 крон. Одежда еще не распакована, но мне уже понравилась. Такая майка. Сколько она стоит? 120, по-моему. Угу. Продается рассада помидоров. По-моему, перца где-то. Перчик. Помидорки. Курочки подорожали на десятку. Что происходит с ценами в Чехии? Топливо дорожает. Поэтому дорожает все. Выбери курочку какую-нибудь. Селедочка. В банке. Взять какую взять. Что такое чувствую, что она выйдет. О, вот эту возьму. Давай. Такая рыбка без скидки. Берем крабовые на крабовый салат. Не помню, я такие пробовала или нет. Обычные тесковские. У нас по 25. И тут морепродукты.
Так, есть такие сердечки по 35. Это за сколько? За 400 почти грамм. За килограмм 90. Есть такие сердечки. 85 за килограмм. А есть такое для супа, такой набор из мяска. Скидка на соусы всевозможные. На эти тоже. Возьмем два? Давай два, попробуем, какие из них. Цены на подсолнечное масло. Ну так, примерные. Вот 94. Есть дешевле. На оливковое даже показывать не буду. Нет, покажу все-таки. У нас всегда скидка по десятке, по 11. Твиксы, Марсы. Футболка 49 крон, вот такая яркая, красивая, для малого на лето. Носки 60 крон за 5 пар, нормально, просто носки. Себе купила футболку на работу, просто футболка на работу, вот, пожалуйста, для девочек 12-14 лет, стоит она 40 крон. И что еще? Ну, это мочалки, не знаю, сколько они стоят, мочалки эти. А, тут 1 евро, да, наверное. 19, даже дешевле, чем 1 евро, 19 крон. И футболку Вадик, он сам себе выбрал, говорит, хочу с черепашкой. Ну, хочет ребенок, пожалуйста. Футболка стоит в Пепка 60 крон такая, с черепашкой. И что-то мы еще купили. А, что, штопор, вот что. К нам приезжали гости, мы поняли, что у нас нет штопора. Муж купил штопор. Сколько штопор стоит? 50 крон. Обувь 120 крон. А, 60 крон вообще копейки. Такие мокасинчики просто бегать. И второму тоже такие мокасинчики просто бегать. Эти 120, по-моему, стоят. Где ценник? Да. Ну и все. Всем приветик! Мы приехали в Олимпию в очередной раз. Приехали показать маме, где находится эта Олимпия. Вот стоят автобусы, на котором мы приехали. Они все бесплатные, из центра Брна. Бесплатный автобус ходит каждые 15 минут. Это выходной день и каждые 20 минут рабочее время. Это только мы можем приехать в торговый центр уже с сумками. Ну вот как так? Мы приехали за покупками, за одеждой и уже с сумярами. Я не знаю, как так получается. Да? Я не знаю. Хотим немножко купить вещей на лето каких-нибудь. Не знаю, что я себе хочу купить. Что-то хочу. Как обычно. Ну, посмотрим. Тут новые коллекции какие-то должны быть. Как вам такая коллекция? На кого? На тебя? Оно на тебя не подойдет. Я не знаю, что это.
Что у нас, да? Магазин называется вот так. Кофточка классная вообще, ее можно носить вот так. Но это не мое. Такое чувство, что никогда не убираются. Это дышуночные рубашки. У моря. Пойти в кафе. Вот это мяско, это 109, по-моему, и картошка. В общем, за все, нет, 119, за все 154. Такое блюдо вот этой мексиканской кафешки. Здесь почти все острое, но тут, я надеюсь, мяско будет не острое. Вкусная картошка, не острая, а мяско. Аккуратно, только не вмочить соус. Вкусно? Сейчас папа и вам еду принесет. Дети выбирают такую еду. Да, дети? Ага. Чай. Вот это твое мяско с картошечкой. Так, продолжение следует. Взяли такую маленькую-маленькую картошечку и багетик тоже маленький. 69, по-моему, за все это. Вот там вот. Вкусняшка. Ам. А? Ам. Нет, хорошо. Это даже не для рода. Я хочу для себя. Давай. Смотри, тебе надо дойти до сюда. Ничего не изи. Нас сюда. Нет. Мама, ты смотри, Hi. Какой. Ты смотри, какой прошел. А теперь тебе надо вот туда добраться, в ту сторону. Что тут за условия? Треугольник сделать.
А ты тут замост делаешь? Тут надо сделать. Все сделал, пойдем. Да, сейчас. Давай. Изи. Отлично, идем. Сейчас тут еще. Хорошо. Ой, смотри, мигает. Где вы полезли? Папа, придерживай, она сейчас еще пошарашивает. А ты возле Игоря. Ну так они ж тут, наверное. Так. Подожди, дайте прочитать. Так. И синяя. Так. Молодец. Теперь я. Справился. Что? Читай, папа, что тут. Салат будешь делать? Нет. Да.